Сегодня Байкалу уже ничего не угрожает. Превентивные мероприятия, которые мы выполняем, они показывают эффект от этого. До 31 января 2022 года утвердить технологию утилизации и приступить к ликвидации отходов последующие с 2022 по 2024 год. То есть 31 января 2024 года мы ставим для себя задачу о том, чтобы полностью площадку эту рекультивировать.